На праздничные мероприятия по случаю Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России собрались много лет отдавшие службе бывшие сотрудники и совсем еще молодые ветераны. Понятие «ветеран» для сотрудников МВД несколько отличается от других профессий. Проработав в органах внутренних дел 20 лет, человек уже считается ветераном. Многие сотрудники полиции после выхода на пенсию уходят из МВД и продолжают работать в других сферах и отраслях. Есть такие, которые посвящают свою жизнь службе в органах МВД. Ветеранской организации нашего района состоят 56 человек. По словам его председателя Хамита Зайнагудинова, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Мы в этом году отмечаем 27-ю годовщину. Ежегодно к этот праздник в Татарстане образовался 25 августа 1991 году. Но традиционно мы отмечаем 17 апреля. В эти периоды мы стараемся, вот у нас декада так называемый, приурочен к этому дню, стараемся выступать в школах, проводим уроки мужества. Потом проводим, где возможность есть, ходим на могилы, которые погибли при исполнении служебного долга. Айгуль Хусайнова, Надежда Гараева, Ансель Миниязев, БРТ.